Ну, он умеет так это самое, все спрятать за камеру, знаешь? Опа, это будет смешное видео. Дай подсак. Да не надо, не надо. Веди прямо на себя. На себя. Все, поднимай. Ура! Лежа взял. Вот такая вот речка под Волочью подходит. Речка быстрая, каменистая. Что? Зацепь, говорю, мать. Так у тебя же этот есть сброс. Все нормально. Был сброс. И был вовлю. Я знаешь, уже вынул на пункт, да не слеп. С Виталиком в прошлом году тоже здесь что-то вытащили. Лунтик. Ура! Целое приключение. А кому-то будет уже хорошо. А мы недалеко уже.
у подволочья. Вот тут красивые елочки, свежие иголочки. Тут Виталика соблазнили на новый воблерок. А чаги-то сколько? Чаги-то. Наберите вон. Сколько там? По 45 рублей килограмм. Жух. Вдоль берега брось. Будет тебе счастье. Не каждый же раз. Попробуй еще раз. 60-е сутки, да? Дом зависения, походу, везде трава. Вот он спрыгнул, даже ты достался на земле, свежий. Сколько метров? На 10, да, подпускает? Меньше, да? Офига ему столько нор. Им... Видите островок, Андрюш? Вот там вот через него и... Не заплюнул, но как-то тут не в тему пришло.
Выход. Вот 11 часов 15 минут, мы дома, вот так вот.